что там смотрят. Ну да, чуть-чуть. Волосы мягкие, шелковистые. Привет, привет, привет. Так, да, вот так вещать. Что, вот так? Здорово. Здорово, здорово. Я тебя видела вчера в Алекс Фитнес, там на всех шкафчиках твои фотки с рекламой питания. Спасибо, я знаю, мне уже сказали. И мои тоже. Твои тоже? Правда, Сереж? Угу. Что ты врешь? Мужской раздевалки. Да, серьезно? Твоя женская. Серьезно, говоришь? Угу. Да ладно, ничего себе. Да. Ну, ты крутой, Сереж. Да, я такой, как ты. У нас только вчера повесили. А где? На Лиговском? На Лиговском валится. Вот коленки, ребят. Сереж говорит, что они волосатые, потому что сигареты курю. Сигареты. И сигареты начала курить. Сережа меня доводит. Сигарет курит. Раз. На окраине Ушинского. О, ничего себе, уже там повесили. Привет. В Москве, да? В Москве? В Москве. Сигареты Серега, наверное, тушит об них. Об коленке обмоет. Да, не на самом деле, пару штук всего лишь скурила сегодня. Курьяга. Ну, потому что... Потому что Серёга меня обижает. Ну... Вы думаете, он милый? Вы геи, я спрашиваю. Да, мы геи. Посмотри, какие буфера у меня. Гейские. Гейские буфера. Шарики. Тиран он. Да, он тиран. Волосатые зубы могут быть от сигарет. Я ргнул на экран. Черт. Это опасно, он же весь в трещинах. А мне завтра починят телефончик опять. Блокировать не успеваешь? Mm. Да ладно, оставь, господи, пусть. Сереж, зачем? Да, блин. Сереге ушами. Первая брачная ночь. Почему брачная? Что-то я в платье в белом. Просто кончились критические дни и оделась во все белое. Да хватит писать гадости. Правильно, хватит писать гадости. Ну как она сосет? Оставь. Как сосет. Что-то они это какие-то хейтеры. Например. Да пусть. Что-то вообще не работает. Сереж, ты знаешь, как я назвала нашу эту? Наш перископ. Про коленки. Чё? Волосатые коленки. Конечно, у нас тут будут хейтеры. Mm. Вы муж и жена, одна сатана. Да, у меня на самом деле голос тоже получше стал. Вы бы слышали меня еще пару месяцев назад. Да ты, может, я охрипла, на самом деле. Чё, вы только подключились, вы же не следите за моей жизнью. Подписывайтесь на мой канал. Следите за моей жизнью. Может быть, канал, когда еще видосики. Если вам понравилось, ребят, пишите, какие видеоролики вы хотите. Вот пишите в комментариях, либо мне ВКонтакте пишите, что вы хотите, чтобы я вам поснимала. Сережа у нас оператор. Сережа. Такие милые. Ребята, вы серьезно, дебилы, если такое пишешь противно. Даже Сережа, вы супер. Спасибо большое. Рассказывайте о себе. Как найти в ВК? Наварская, Дарья. Наварская через две эры. Там фотография, я в водичке лежу, в масочке такой черной, в купальнике. Адская. Адская Наварская. Адская Наварская. Привет с Эстонии. Привет, Эстония. Мы туда поедем скоро. В Нарики. Мы комарики. Так. В Питере живем на проспекте Славы. Сейчас. А на самом деле, знаете что, ребят? Нет, я не буду рассказывать, да, что на том происходит. Читайте книжки, во. Я сейчас читаю «Вино и чаша» Мархаям. Очень классная штука.
это вам не ВКонтакте сидеть. Просто Серёня сказал, что если я не буду читать книжки, которые у меня лежат, он все выкинет. Я их выкину. Нет, Серёнь. Серёнь, одно оставлю. Да у меня косметики меньше, чем книг. Оставлю, да. Так. Что пишет? Так. Машины сделали, говорит. Ой, ребят, там, слушайте, там сейчас считают до сих пор, сколько обойдется ремонт. Там столько всего, оказывается. Машина свежая, она с конца 2013 года, почти 2014. Ну вот. Они посчитали уже. Сколько там? На 86 тысяч запчасти. И ремонт еще. Ну, черт. Вы слышите, ребят? Вот так вот. Opel Mokka. Лучше бы на копейки ездила, да? Все по 500 рублей стоят. А, это почему, ты скажи мне? Что почему? Почему все так развалилось? Серёнь, я не знаю почему. Но само. Я на самом деле вожу 10 лет автомобиль. Вообще-то. Вот, и просто наставят всяких камней каких-то непонятных. Люди вот эти, которые ходят взад-вперед. Конечно, машина мягкая. Так, голос, да, все, кто раздражает мой голос, отписывайтесь сразу же, не смотрите, не читайте, то, что показываешь. Трошки мои. Серёна. Ой. Слишком много секса сейчас. Видал шарики с голос твой? А ты не ценишь меня, Серёна. Дурень ты. Или как? Дурень? Дурень, дурень. О, смотри, сейчас айфон так отваливается. А завтра починит, уже с утра к нам приедет молодой человек в гости. Мы напоим его чаем, и он нам починит телефон. А за сколько он приедет? В 10 утра. В 10 утра он приедет. Да. Пишите что-нибудь, пишите. Где банка? У меня руки короткие. Какого? Вот банка. Вот, ребят, банка. Вот. Видали, я руки не качаю уже 2 месяца. Вот 30-ак, смотрите, какой жирный, заплывший. Зато у меня ноги какие. Посмотрите, какие у меня ноги. Вот такие у меня ноги. Вон квадрики, смотрите, какие. Оп, оп, оп. Оп. Чего там пишешь, Серёнечка? Покажи банку всем. Вы по часам кушаете? Или как получится? Я сегодня вообще один раз кушала. Серёнечка меня довел. Я когда нервничаю, я не кушаю. Он говорит, это ты худеешь. Он специально меня доводит, представляете? Чтобы у меня были волосатые коленки, чтобы я не ела ничего. Да, что в свадебном платье? Да, в свадебном платье. Я в свадебном платье. В свадебном платье-то что? Я в свадебном платье. Зачем ты в свадебном платье? А чё бы не полежать в свадебном платье, подумала. Да, вот, пока. А ты куда сегодня? Сейчас приеду. Через. Так. Так, а ты гормоны ешь, что ли? Нет, не ем гормоны. Спасибо. Это писал на твоей тачке. Кто писал? Ты? Ну-ка, давай-ка, выходи во двор, я тебя... А между прочим, если это ты писал что-то на моей тачке, мог просто подойти и сказать. Я в темноте припарковалась и не видела, мы там относительно недавно переехали в этот двор, я не видела, что там ходят люди. Ясно тебе? Так. Нет, ВКонтакте никого не добавляю, потому что и так огромное количество сообщений приходит, и я не успеваю читать только по средам пятницам. Какой гормон, о чем вы? Нет. Даш, ты в линзах. Я слепыш, не вижу ничего. Так, что с голосом? Голос сел, потому что в юности увлеклась бодибилдингом и съела неправильные таблеточки. Ну, или сделала колокольчик такой неправильный. Так, почему такой голос? Только что ответила. Голос. Трахала. Чё? Чего ты трахала? Обои надо менять. Это не наша квартира. Напряги Серёжу. Серёжа и так напрягается постоянно со мной. Хватит уже с ним. Напрягаться. Но вот много сейчас завтра приедут еще и электрику смотреть у нас. Серёж, что пишет-то? Вкажи, привет, поменьше
Оп. Бицуха. Какие-то всякие хейтерские комментарии там. Пишите, пишите, пишите. Пишите свои комментарии. Привет. Как вам каналчик, мой хейтер? Вы уже докопались, достучались до моего канала. У меня, между прочим, все подписчички от Серёнечки ушли. И ко мне пришли. У меня уже 2000. 642. 2600. Ребята, представляете, я открыла канал вот буквально на днях, а у меня уже 2600 подписчиков людей. Представляете? Пишите, что вы хотите видеть, что вам показывать. В принципе, у нас дни всегда насыщенные, яркие. Мы можем и потренироваться, и пошуметь, и поскандалить, и песни попеть. Серёнечка у меня такой певец. Да, Серёнечка? Да. А ты подключил своих этих самых, что ли, столько этих? Своих хейтеров. Ну ничего себе, ты еще удивляешься, что ты хейтеров столько. Пранк туда над Серегой. Пранк над Серегой я устраиваю дома. Чтобы это все снималось. Даша, скажи, почему ты занялась бодибилдингом? Слушайте, меня в юности меня доводил молодой человек. Ну вот, и я решила накачаться. Накачалась. Сейчас уже не качаю, 2 месяца руки и спину. Вот последний раз подтянулась, пошла чуть-чуть, все. Вот. За 3 месяца получается. Вот, смотри, коленки вот они. Вот они. Волосы мягкие, шелковистые. Очень объемные, пушистые. Вот такие вот волосатые коленки. Кстати, только сейчас заметила, что у меня такой единственный участок на ноге, который очень волосатый. Так. Девушки. Приятно вас видеть. Молодцы. Спасибо. Спасибо большое. Как сделать рельеф? Делать рельеф. Не жрать. Не жрать сладкое. Не жрать сладкое, делать кардио, заниматься танцами каждую ночь. Что-то мне понравилось. От себя пахнет. Я не перенервничала, потому что. Тогда ладно. Смотрите, а лицо не видно, все закрывает этими штучками. Да, так вот твой. А так у меня нос здоровый, смотри, какой. Ну, я уберу сейчас. Ну, что пишет? Вы трансы? Нет, вы не трансы. Ну что там пишет? Шея болит, чтоб не приставали, надо бы в искусство идти. Даша, ты красотка. Да, особенно вот так. Я красотка, да? За пошлый ракурс. Спасибо. Не могу смотреть на толстого Серегу. Он не толстый. Вот смотрите, сейчас я возьму телефон, и вы увидите, что он нормальный. Нормальный. Вот. Видите, какой? Меньше меня. Он красивый, на самом деле. Он красивый, здоровый. И могу сказать, что практически не изменился в нашей встрече. Только оброс волосами. Так, после курса сколько раз в день можешь? Это, наверное, тебе образ? Че могу? Я не знаю, че. Так, рост у Сереги какой? Под 2 метра он. Ноги, да, рексированные. Чуть-чуть, да, он чуть-чуть похудел, но на самом деле он выглядит очень-очень-очень даже. Даш, губы свои. Свои. И трахну. Понятно, трахай. Обе уёбищи. Ну, уёбищи, ну, отпишись. Серёнь, мы с тобой 2 уёбища. Ну, лесных. Мы же не будем матом ругать, Серёнь? Угу. Ну-ка, давай говори, мы не будем. Мы не будем ругаться матом. А Серёнечка сказала, что у него трепетное отношение ко мне. Трепетное отношение? Чё, нет? Так, Дашка, как голос нормализовать? Слушайте, на самом деле, отменила все дурацкие препараты, вот, и голос сам приходит в норму. Даша, когда новое видео?
Новое видео. Вот скоро. Сережа должен быть в хорошем настроении. Напишите, что вы хотите увидеть. Так, гречки, привет. Так, мутанты, бежим. Отойди от нее, я ревную. Секс. У Сереги почему тонкий голос? Серега, почему у тебя тонкий голос? Не знаю, не знаю. Все бы хотят, чтобы мы с тобой поцеловались. Да? Да. Хотя очень пахнет сигарет. И потом. Нет, он не будет целовать. Серега, быстро поцелуй. Достаточно вам так? Смотри, сколько лайков зато полетело, полетело. Так, еще говорит, целуйтесь. Целуй меня в шейку хотя бы. Кадык. Да где кадык? Где кадык? Что, дураки, что ли? Скучал. Чего любишь? Нет, что пишут вообще? О, привет. Так, все новый тренд. Теперь будем до голоса Сереги докапываться. Укуси Дашу за хуй. А у Даши нету там ничего. Я вам показала, но я боюсь, что нам потом перископ закроют. Геи, вы супер. Мы супер геи. Серега, что скажешь своим этим подписчикам? Не знаю, И поговори с ними. что вам сказать. Там какие-то одни дураки пишут что-то. Мы поедем с тобой в Финляндию. В Финляндию надо ехать с тобой. Расскажи что-нибудь, Сереж. Че, сегодня ездили машину, ремонтировали, смотрели, что там делать. Гараж 13. Гараж 13, на Opel Mokka. Куча всякого надо там делать. Менять всего. Куча надо времени это ждать еще. Да почему кучу? Он сказал, один день. Нет, надо, он позвонил, рассказал. Да сам, ладно. сам последний какой-то кронштейн с блоком будет идти примерно меньше 3 недель. Спасибо большое. Как сушиться бюджетно? Очень легко, на самом деле. Если у вас мало бюджета, так это вообще не проблематично сушиться. Ничего не ешь и все. И сушишься. И сушишься, и нервничаешь побольше. Кофе, сигареты, вообще все замечательно. Кофе, сигареты. Да что, ешь, что хочешь, правда. Дефицит создавай. Можешь худеть. Будешь Не худеть. говори, пожалуйста. Нет, буду, нет, буду, нет, буду. Серёнь, подержи теперь ты немножко мне рука затекает. Устала рука у тебя, все, я держу. Серёнь, что это? Я нормально держу. Ну и что теперь? Даша, губы свои. Свои. Мои губы. А Серёжкины. что меня не спрашивают? Так. Где принц Георгий? На Шри-Ланке. Работает барменом. Давно с ним созвонился. Да ладно, ничего себе, серьезно? Не созвонился, не видео сорила. Прикольно. Да что? Даже часто бороду бреешь. Часто. Раз в неделю где-то. Заметно, да, уже надо побриться. Белый у тебя голова квадратная. А Очень. что такое вылезает постоянно, Сереж? Не знаю, что это за хрень. Как ты это вообще умудрился сделать? Уже вот какой раз уже берешь и... Ой, смотри, рисовать есть функция. Вот как у нас сломался телефон. Ничего. А что, все? Сирень. Конечно, на телефон плохо. Все, Дашенька. Конец телефона. Телефон сломался. А, я знаю, почему ты его держишь, и он у тебя отваливается вот отсюда. Надо вот до сюда держать. Вот так. Не надо, Сереня, сама удержать, не Держи сломаешь. телефон, Вечно ломаешь. Вечно ломаешь, мне все вещи. Телефон ломаешь, вечно. Так. Я шучу, Сереж. Даша, кто тогда гороскопу? Я водонос. Она водонос. Я водопей. Она булкоед. Так. Я хамелеон. Так, как лучше пить креатин? Цель, набор. Ты мальчик или девочка? Федерация плавания.
скучно, что ли? Да мы немножко вышли, мы немножко вышли. Смотри, у меня лица не видно. Перископ. Давай, Серёженька, скажи что-нибудь напутствующее своим жирным подписчикам. Ну, сейчас даже сказать не знаю. Вот Серёжка красивый у меня. Ставьте большие пальцы, лайки ставьте. Смотрите канал. Подписывайтесь на Дашин канал Адская Наварская. Вот. Серёжечка. В моем канале уже 109 тысяч человек. Скоро будет миллион. Осталось 800 с чем-то тысяч. Будет миллион. Ты чего устал, Серёж, пишет? И все. Серёж. Я горло болит. А что, ты, Денис, розненькую штучку не полоскал? Все, всем пока.